отвлеклась я на свой baby shower. Baby shower — это такое замечательное времяпровождение со своими знакомыми. Это когда ожидаешь своего ребеночка. И самое интересное, знаете, когда мамочка не знает пол своего ребенка. Вот она ходила на УЗИ, она говорит, мой ребеночек, все в порядке с ним? УЗИст говорит, да, все хорошо. А потом мамочка говорит, только, пожалуйста, не говорите пол ребенка. И вот потом она говорит своей подружке, подружка идет к УЗИсту, узнает пол ребенка, и потом эта подружка на baby shower готовит торт, например, со серединкой синяя, это значит мальчик, или со серединкой розовая, это значит девочка. Вы представляете, как круто? Приходят все друзья на этот праздник, baby shower, делают, хотя, честно, я не была никогда на этом празднике, и сегодня будет мой первый опыт. И вот, ну, как я смотрела видео, как я представляю себе, как будет, вот вся группа, все друзья, вот вообще, в основном это женский пол только приходят, все приходят на этот праздник, имеют хорошее общение, вкусная, очень разнообразная еда, и потом, конечно же, будет тортик, ну, как я смотрела, и потом разрезают и смотрят пол ребенка. Та-дам! Это очень круто. Знаете, но моя знакомая, она вообще решила все делать не так. Вот она ходила к УЗИсту на УЗИ, она не хотела узнавать пол ребенка. Она говорит, у нее двое деток, есть Эмили и Джейкоб. И вот Эмили уже 5 годиков, по-моему. Да, 5 лет, а Джейкобу 3. Сейчас у них третий ребеночек ожидается в октябре. И вот она говорит, мы не хотим знать, или мальчик, или девочка, мы будем любому ребеночку рады. И поэтому они, для них будет сюрприз узнать в этот первый день рождения их ребенка. Я сегодня еду на этот праздник и хотела, забыла сказать, что каждый друг, ее подруга приезжает и, конечно же, еще дарит подарочек. А подарочек целенаправлен на детскую аудиторию. Это может быть какие-то комбинезончики, это могут быть платьюшки или какие-то костюмчики. Но в моем случае, то я не знаю, кто будет, потому что никто не знает. И мы понимаем, что это будут нейтральные цвета, какие-то бежевые, беленькие. Поэтому некоторые могут подарить слюнявчики, некоторые пеленочки, некоторые одеялка. Может, некоторые подарят игрушки. Поэтому мы сегодня с вами посмотрим. Я свой подарок говорить не буду, но мы посмотрим. Потому что Ира, которая вот беременна и ожидает ребеночка, она потом будет открывать эти подарки. И будет очень интересно посмотреть на эмоции при открывании любого подарка. Поэтому увидимся уже там. И хорошего вам просмотра. Так ездить круто на разных совсем местах. Вот я сегодня ехала совсем другим фривеем, не таким, как всегда. И это очень классный опыт. Круто смотреть и наблюдать за всей красотой, которая находится вокруг. И где наше место? Вот мы сейчас... Здесь. Мы приехали. Как здесь красиво. Сейчас мы будем в этом здании, я так понимаю. Да, 110. Приехали. Вот мой подарок. Так как я не знаю, кто будет, или мальчик, или девочка, у меня бумажки такие. Подарок такой. Все, я иду. Пошли туда. Кто тут девочка ее? Эмили, привет. Скромняшка ты моя. Вау. Тут здесь напитки находятся. Здесь сладости и торт. Вы только посмотрите на этот торт. Как будто свадебный. Это красота. Вау. Только посмотрите на эти столы. Это baby shower. Я точно здесь нахожусь. Класс. На территории ресторана, но на улице. Сейчас я покажу. Надо еще с ней пофотографироваться. А-а-а. Кто здесь? Привет! Хай! Класс! Вот смотрите, кто здесь. Вот Ира. Красотка. Вот смотрите. Смотрите, кто это? Смотрите, какой у нее животик. Животик, животик. Самое главное, это сюрприз. Никто не знает, кто будет, да? Отлично. Скажи привет.
the main reason why I wanted you guys all to be here is to pray for my child to be born healthy and strong, and would really, really appreciate it if you guys just say a prayer. And I love all of you guys so much, and let's just all say a prayer for all of our families. Pray that this child is healthy, and I'm grateful for a healthy pregnancy so far. And I just want God's hand to continue on to be with me, and to pray for all of our families, for our husbands, for all of our children, so that God could help us raise them into strong warriors. Это маме? Это маме открытка? Смотри, какая мама красивая. Эмили, ты красавица? Мурашка, да? Мурашка какая-то. Эмили, смотри на себя, какая ты красивая. Хочешь подержать? А сюда иди. А ты будешь мне позировать? На, вот это снимай. Не закрывай пальчиками. Сделала. Ну, Амин, смотри сюда. Кто это все время ко мне пристает и наступает на ножки? Эмили, кто это? Это девочка? Мама, которая должна родить, да? Это идеально! Класс! Кто это? Hello! Это влог! You're a vlogging? Yes! Oh, hi! Так, нам дали такую бумажечку, как пожелание мы должны написать, а потом дали такую, как деревянную дощечку, и на первой лицевой стороне мы пишем свое имя, а на обратной мы голосуем, мальчик или девочка. Потом эти будут как фишечки собирать. Девочка. Потому что уже есть мальчик и девочка. А потом будут проводить голосование. So fun. Да, я хочу тоже написать. Знаешь? С Амилией. Ну, мы не знали, у нас будет мальчик. Туда же тортик не делали? Ну, это так классно. Вы уже в родах узнали. Класс. Можно я тоже напишу? Да, конечно. Спасибо. Оказывается, вы представляете, эта открыточка не для мамочки, а это написано пожелание для бэбички. Вот пишут с любовью. Ой, смотрите, это даже еще милее, чем просто для мамы. Ирочка, мы тебя очень сильно любим и благодарны тебе за сегодняшний вечер, за то, что ты дала нам возможность разделить его с тобой. Это большую радость, потому что дети — это дар от Бога. И мы желаем тебе, чтобы ваш будущий ребенок, он был большим благословением для вас, для всех, кто его будет окружать. Еще раз тебя любим. Все, закончился этот замечательный праздник. Нам еще Ира дала боксы и сказала, кто хочет взять с собой еду домой. Я взяла, конечно же, печеньки, тортик. Очень все вкусно было. Все очень красиво, и я очень благодарна. Ирочка, спасибо большое за то, что ты меня пригласила. Я очень сильно и искренне благословляю твоего ребеночка. Я не знаю, кто будет, мальчик, девочка, но Господь уже знает, и он у тебя в животике уже есть. Я хочу девочку, и ну, мы посмотрим, кто будет. Но я уже люблю этого ребеночка. Я благословляю его, его жизнь. Желаю тебе Божьей мудрости, твоему мужу и тебе, чтобы вы в Слове Божьем воспитывали этого маленькое такое сокровище. И я очень люблю вашу семью и очень рада, что я имею такую подругу, как ты. Я тебя очень люблю и спасибо за все.
Так что на этом мое видео заканчивается. Я надеюсь, вам всем очень понравилось. Это Baby Shower. Я была первый раз в США в Baby Shower. И вообще в Украине никогда не была. Вообще в своей жизни первый раз. И это был очень крутой Baby Shower, который я видела. Знакомые мои, которые здесь были, они просто подходили ко мне и говорят: ну как тебе? Я говорю: очень супер, очень красиво. На высшем уровне. Это была как мини-свадьба. Всего там было 40 человек. Ну, вернее, там просто столики были расставлены и 40 мест было. И это получается как маленькая свадьба, шикарный торт, шикарные декорации, шикарное все, атмосфера, музыка такая спокойная, очень эти фонарики зажглись, когда вечер настал и солнышко спряталось. Мне очень понравилось. Это такой, это просто уровень, показатель, что я теперь... Ну, меня будет уже сложно удивить какой-то другой, пойти на baby shower, но это круто, увидеть такой самый классный. Поэтому я надеюсь, вам тоже понравилось, и не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал, если вы еще не подписались, и увидимся в следующем видео. С вами была Мария Карпенко. Пока-пока!